На второй день в Дмитрове мы попали в Дмитровский Кремль. Экскурсию нам провел замечательный экскурсовод Роман. Пойдете к нему на экскурсию, точно не пожалеете. От древнего Кремля остались только валы. Никольские ворота – это реконструкция, другими словами, новодел. Как и сломанная подкова коня Юлия Долгорукова. А вот храмы вполне себе настоящие. Многие памятники в Кремле и на Кропоткинской улице обросли легендами и якобы помогают в реализации различных желаний. Кстати, в городском музее довольно интересная экспозиция сама по себе, а с хорошим экскурсоводом она прямо-таки оживает. Помимо постоянной экспозиции, в музее проводятся тематические выставки и различные игровые мероприятия для детей и взрослых.